Условием роста в тренажерном зале является постоянный прогресс нагрузки. Соответственно, стоит понимать, что OP это не только увеличение рабочих весов, а еще увеличение объема тренинга и интенсивности его. Объем тренинга позволяет сделать за тренировку больший объем работы, который вы делаете. Соответственно, увеличиваются ваши силовые показатели, увеличивается выносливость. Интенсивность теоретически может сделать вас суше, также повлиять позитивным образом на ваше здоровье. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и прогрессируйте в зале.